Всем привет, ребят. Ну что, сегодня мы будем пробовать добивать на китайке подземочки. Хочу добить все-таки 840 огней. Давно уже не бегал. У нас осталось пару подземок. Так, 7-4, да? 7-4 вот это вот осталось. 7-8 и 7-9. Так, сейчас даже возьму юлейскую магию. И попробуем затащить. Так, берем вот это и вот это. Поехали. Юнитов. Начнем 7-4. Так, два тотема убрали. Тут есть малышеники. Так, будем стартовать с Анубиса, наверное, потому что надо ему максимальный разгончик дать. Хотя можно было и с тыковки. Ай-яй-яй, не понял, что это было. Не попал он в щит. Странно. Очень странно. В принципе, можно пробовать из тыковки с исцелением стартовать. Так. Сейчас. Так, первый. Второй. Так, все было хорошо, но очень странно, что Минотавр тупит. Вообще непонятно чего. Сейчас попробуем у него отобрать ремку. В принципе. Хотя у него стоит железная воля. Странно, странно. В принципе, Анубис тут с грубой силой юнитов сливает. Единственная проблема — это попасть в кулдаун с ронинами, которые поцарают вечно, но думаю, затащим. Попробуем сейчас стартовать с тыковки. Да что такое? Как-то магия быстро заканчивается. Странно очень все. Хранитель включается. Ладно. Поехали.
Ну вот, вроде всех собрали нормально. Но Минотавр. Ну, чуть-чуть осталось. Теква, давай, 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 минус, 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 минус. А, сука. Блять, конченые ронины. А, как я вас не люблю. Почти. Минотавр, конечно, какой-то косой. Вроде и бьет, а вроде и нет. Так, раз, два. Выпустили всех, оттянули магию. Отлично. Ну, сливай. Разгон, разгон, разгон. 97%. Ой, блядь. Что ж так везет-то, а? И самое главное, Ронинов посливали тоже. Остались одни вольты. Просто жесть. Это жесть. Ладно, все равно домучаю. Конечно, плохо, что я не могу качнуть 12-е скиллы, потому что надо много героев перевести на вторую эво. Но думаю, в дальнейшем мы это сделаем. Но, конечно, соответственно, у нас и сила вырастет. Силу я не хочу особо нагонять на этом аккаунте. Так, есть, погнали. Эти стыковки стартовать, в принципе, неплохо. Нам времени хватает. Так, раз, два. Стартанули. Ай, неправильно магию выбросил. Клавиши уже забыл, как выставил. Так, все, да, окей, поехали. Поехали мучить. Ну, а ну без бей, что ли? Жесть просто какая-то, просто тупо стоит. Хотя у него от стана защита. Что за дичь творится-то, а? Стоит же ж на нем. Пятый сет железной воли и все равно тупит. Так, раз, два, три. Появились. Отлично. Ну давай, 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 давай. Есть. Мы это сделали. Наконец-то. Ронинов посливали. Кто там у нас остался? Хранитель. Да, у нас остались там немножко, смотрю, героя. Но, в принципе, мы сделали это. 7-4. Покорилась на 3 звезды. Отлично. Отличненько. Вот такой у нас был составчик. 11-й Купидон. Купидона, конечно, надо на 12-й качать. Тогда вообще супер будет.
29-я льдышка уже. Ворожей с воодушевлением. С каменкой смысла нет. Ну, всю роль играет вот здесь эта тыковка. Исцеление. Анубис, грубая сила. Железная воля. Хранитель, восьмерка. Ну и, соответственно, Минотавр, который может два раза ударить, если повезет. Вот такая вот сборочка у нас была. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал. Ждем 840 огней. Всем пока.